Добрый день всем. Я хочу поприветствовать всю молодежь на открытии сезона Street Workout. В нашей стране это очень молодой вид спорта, но уже довольно быстро набирает свою популярность. Я призываю всю молодежь заниматься этим видом спорта. Это интересно, красиво. Вам не нужно тратиться на дорогие тренажерные залы. Достаточно выйти на улицу и потренироваться с этими ребятами. Самое главное, чтобы вы никогда не отступали от своих заданных целей, стремились к здоровому образу жизни. Давайте будем вести жизнь правильно, как нам велел Всевышний. Street Workout и члены ингушской диаспоры вместе. Хочу передать салам алейкум Юнусу Кудузову, который продвигает членов республики Street Workout. Пропагандируй, желаю всего хорошего, здоровья и не пей, не кури, только за здоровый образ жизни.